Вы можете в двух словах рассказать, что за технология применяется в подготовке национальной сборной России по тяжелой атлетике? Данный аппаратно-программный комплекс предназначен для того, чтобы контролировать биомеханические параметры, а также следить за состоянием спортсмена, так как с помощью данных о скоростно-силовых показателях, таких как мощность, скорость, сила подъема снаряда, можно определить функциональное состояние атлета на данный момент. Как давно уже используется это и применяется в подготовке? Данную методику мы применяли уже на Кубке России в 2012 году в Чебоксарах, на чемпионате России 2013 года в Казани и на нескольких учебно-тренировочных сборах. Уже ощущаются какие-то, ну, так сказать, улучшения в работе спортсменов, на ваш взгляд? Они стали более ответственные. Более ответственные, да? Начинают прислушиваться к мнению, так сказать, программы. Хорошо, спасибо большое, удачи.